И да. Так. Это будет, значит, такой подкаст. Подкаст я снимал вроде как год назад, может, 2 года назад. А, нет. Почти месяц назад. 2 месяца. Так, это будет новый подкаст, хорошо. Так, значит, я монтирую через Movavi вот Suite 7-пробная версия. Так, окей, все. Так, да, все, хватит. Многовато я видеороликов снял. Вот, потому что сейчас я одно замонтирую и 2 видео добавляю. При этом продаю сейчас шмотки, сейчас уже внизу вы можете посмотреть. 0,20. Вот. Так что буду, наверное, часть монтировать, потом завтра в школу. А так, ну на сегодня, наверное, видео достаточно будет. Подкастик будет коротенький, на 3 минуты, может быть. Я уже минуту проебал, так что давайте по-быстрому скажу. Моих видеороликов просто не набираются просмотры. Как видите, любой YouTube канал, если написать даже, я не знаю, какой из популярных, не знаю, ну тоже ложка. Был очень популярен в свое время. Набирал по ляму просмотров, иногда по 500 тысяч. Хотя, вроде как, он еще, да, держится на полу, так что он красавчик, просто молодец. Вот. Я говорю, в принципе, про себя, наверное, да? Потому что я просто не набираю просмотры. Вот. Я не знаю, может быть, новый аккаунт создавать в YouTube и продвигаться как-то, я не знаю, дальше. Вот. Простите, если будут видеоролики про эти, которые хайповые темы, вот. Хайповые темы я пытался не затрагивать вообще, вот. Ну, а силы Ситол Сампи, то это уже было очень поздно, и всё, 44 просмотра. Вот, за последнюю неделю самый, ну, да, очень мало просмотров, короче. Хотел сказать, сколько, ну, хотя бы давайте за 6 месяцев 153 просмотра. Ну, короче, 400 просмотров. Короче, надо хайпиться. Вот, если так посмотреть, вот, я просто Айтипедия бухла стрим, у меня уже 1300 просмотров. Это просто офигенно, если честно. Вот, спасибо Айтипедии. Это я на имени, вы понимаете, не на своем имени, а на чужом. Вот, чтобы продвигать свои видеоролики, мне придется на чужом имени как-то пытаться выкручиваться. Потому что либо ты в Ютубе покупаешь пиар, я вам скажу, либо сам делаешь себя таким контент-мейкером, который не будет хайпиться на чужом ролике. Так, осталось мне 10 секунд. Давайте я буду показывать видео, которое ограничено. Так, ладно, все, будем прощаться. С вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.